пропал. Боже мой! Мам, это правда? Похоже, что так, дорогая. Это конец света! Срань господня! Похоже, время ожидания закончилось. Дорогой космос, смотрю, ты полон сюрпризов, не так ли? Думаешь, ты такой крутой, раз поступил в ЧОД? Ну, ты не будешь таким крутым, когда я одену аквариум на голову и реактивный ранец на спину, а потом поднимусь и наваляю тебе! Получай, Орион! Дай мне заняться сексом с Бонни! Ну ладно. Ради друга, в последний день на Земле. Ты хороший мужик, Джо Свансон. Ну и как твой первый раз? А, у меня секс был много раз. Я просто хотел еще раз. Развел! Питер, куда ты собрался? Последний день на Земле, последний шанс, чтобы сделать это. Я собираюсь найти черный район и увидеть, что произойдет, если я крикну «ты знаешь, какое слово?». Король черных людей. Они зауважали меня за то, что я это сказал. О, нет, воняет, потому что я пукнул. Потому что иногда я могу втянуть газы обратно. Думаю, мы можем покрыть некоторые потери в третьем квартале. Что это было? Что? А, ничего. Показалось, пердёж учуял, но сейчас все нормально. Питер! Ты знаешь, я подумал, когда я был твоего возраста, мой дядя Рой угостил меня пивом. Я выпил его и так радовался, что уснул. Должно быть, я ворочался и зацепился за что-то. Потому что, когда я проснулся, мои штаны были спущены. Никогда больше не видел дядю Роя после этого. Оказалось, что мы даже не были родственниками. В общем, то, что он угостил меня пивом, было самой крутой вещью. Чувствую... Чувствую себя лучше. Ты уверен, что он не опасен? Я только знаю, что парни, сделавшие его мертвы. Почему здесь нет дыры в стене? Знаешь, эта штука меня раздражает. Ладно, пойду прогуляюсь. Так, послушайте, слона в комнате не утаить, так что я спрошу. Айда, ты скучаешь по пенису? Питер! Спасибо, что спросил! Боже. Нет, все хорошо. Это абсолютно нормальный вопрос. Мы не можем сидеть здесь и притворяться, как будто все по-старому. Для меня это большое изменение, да. Посмотрите, кто дома. Привет, приятель. Как прошел семинар? О, потрясающе. Я встретил чудесную женщину. Наконец-то, и все при ней. Ты встретил ее на семинаре? Нет, это произошло здесь, в городе, прошлым вечером. Что? Это... Я... Ой, глянь-ка. Боже мой! Это лучший день в моей жизни! А что? Что за хрень? Что с тобой? Я переспал с ней! Что? Мы занимались сексом в отеле Мариот! Зачем? Я не знал! Я не знал, что это была она! О боже! Как это случилось? Когда они приезжают, они должны уведомлять соседей! Вот как это должно быть! Да он не приехал! Он просто в гости зашел! Если я когда-либо увижу тебя рядом с моим домом, я снесу тебе башку! Теперь лежи и подыхай, кусок дерьма! Эй! Я твоего батю. Встречайте, Питер Гриффин, видео папарацци. С этого момента я собираюсь быть там, где происходит движуха. Стюи, Стюи, как тебе овсянка? Это правда, что у тебя был роман с овсянкой? Как насчет слухов, что у тебя полный подгузник? Я тут поесть пытаюсь. Что ты сделал с влагалищем своей мамы? Отстань от меня! Почему твои ноги такие маленькие? Это правда, что ты не можешь выговорить спагетти? Что насчет слухов, что у тебя вши? Это правда, что твой вес удвоился за последние полгода? Папа, помоги мне, папа! Я не могу вмешиваться, я журналист. Точно, каждую пятничную ночь я становлюсь ковром на распродаже. Надеюсь, кто-нибудь купит меня. Я буду отличным дополнением интерьера.
Уилл Вильямс, почему вы похожи на Вилла Смита? Эй, Уилл Смит, каков был удар по морде пришельцу? Эдди Мерфи, что это была за история с тобой и проституткой-трансвеститом? Берни Мак, как получилось, что ты умер? Опра, почему ты такая толстая, Дон Чидл? Нет, я уронила карандаш. А, я подниму. Да, вот такое мне всегда по нраву. Прошу прощения. Засунь туда руку, Гриффин. О, боже. Я очень надеюсь, что там голодная лошадь. Вот так, Гриффин. Продолжай дышать. Я сейчас кончу. О, твое дыхание наполняет меня. Эй, Вимчо, мне нравится кенгуру. О, конечно же. Завтра я подарю тебе футболку с кенгуру. А что, по-твоему, значит быть мужиком? Это значит не быть тряпкой. Именно. Это значит пить не потому, что я хочу, а потому, что мне нужно. Точно. Это значит вставать, чтобы пернуть, а не приглушать подушкой или сдерживать, чтобы желудок такой... Теперь ты понял? Что ж, рад был служить. О, еще кое-что, пока ты не ушел. Что, моя дорогая? Увидимся в понедельник на работе, Гриффин. Стоит поговорить с магазином, что накладные усы не подействовали. Все обошлось просто прекрасно. Не совсем, Питер. Да, ты изменил своей жене. Нет, не изменил. Я использовал Морта. О, господи, забыл про Морта. Где мои $2? Получи, 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 получи. Стюи, отвянь. Ты мешаешь папочке смотреть бейсбол. Дорогой дневник, все еще нет следа того тампона с прошлой недели, но головные боли все сильнее. Ну, я пошел за воображаемыми покупками. Посмотрите-ка на моего маленького ковбоя. Давай, Стюи, забирайся на свой стульчик. Смотри, Лоис, косточка желаний. Итак, готова? Раз, два, три. Да! У меня есть 5 секунд. Ха! Никакого при... Крис, ты надел шапку из енота на Стюи. Нет, а что? Они похожи на маленьких грабителей. Пора спать, Стюи. Ладно, он так и не очнулся. Я думаю, стоит с него снять повязку и посмотреть, с чем мы имеем дело. О, блин, чувствуете запашок? Это его мозг воняет. Так, мне пофиг, что вы говорите. Он серьезно ранен, и я сделаю то, что должна была сделать сразу. Я везу его в больницу. Не-не, осталось лишь одно... Боже мой! Стюи! О, господи, что я наделала? Похоже, ты его переехала, Лоис. О, нет! Он без сознания, Питер. Мы должны скрыть это. Да, эй, я только что заметил, что сейчас ноябрь. Что, блядь, случилось?